Вы слушаете радио Болткома. Голова предмет темный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат. Всем доброго дня. Начинается программа «Диагноз недели». В нашей студии врач-психиатр, психотерапевт Ариэль Резник-Мартов. Здравствуйте. Добрый день. Ну вот мы живем действительно в такое время, когда даже самые здоровые люди с крепкими нервами, проглядывая ленты новостей, поневоле начинают испытывать чувство тревоги и переживания, поскольку, да, все как-то нагнетается. К этому и СМИ, надо заметить, руку прилагают. Нужно ли выявлять тревогу у здоровых людей? Так вот сформулирована сегодняшняя тема. Все, наверное, помнят. Ну, в советские времена это было обязательно, называлось диспансеризация. То есть раз в год надо было прийти в поликлинику. Все плевались и ругались. Да, пройти обследование. Рентген легких, анализы крови, мочи и так далее, еще множество кардиограмм, еще множество всего. То есть таким образом, то, что сейчас называется скрининг, людей просеивают в такое сито, вот и выявлялись проблемы, которых люди не знали, давало возможность вовремя начать их лечить. Сейчас мы этого обязательно это не является, но многие люди все пытаются или стараются периодически пройти как-то нынче техосмотр. И посмотреть, что происходит. Вот такая революционная идея мелькнула в Соединенных Штатах. Там есть некая группа экспертов, независимая, которая занята вопросами профилактики, вопросами службы здравоохранения и так далее. И у них возникла такая интересная мысль, что люди почему-то до 65 лет должны быть проходить вот такой вот скрининг на выявление тревоги. С 19 до 65 на выявление тревоги, и с 18 до 65 скрининг на выявление серьезных депрессий, суицидальных мыслей. И так далее. От чего все это назрело и для чего это нужно? Ну, толчком ко всему этому послужила пандемия, естественно. Потому что по сравнению с 2019 годом, в 2021 году показатели тревоги у населения, причем начиная с юных лет, резко возросли. Были разработаны специально, пока идет на уровне рекомендаций, пока эта идея обкатывается. То есть разработаны специальные тесты, опросники, анкеты, которыми снабжаются и врачи, которые, если к ним попадает пациент по какому-то другому поводу, ему рекомендовано предложить пройти такой быстрый тест, который составлен так, чтобы тревожные проблемы выяснялись и выявлялись вовремя. А получается, что он приходит к врачу, может быть, не, не к психиатру, не к психотерапевту, а может, там нет, к любому, нет, да? Там оговорено специально, что люди, у которых уже выявлены какие-то психические расстройства, это отдельная история, и к ним этот скрининг не относится. Этот скрининг относится именно к выявлению людей, которые никогда раньше не попадали в поле зрения психиатра или психотерапевта, которые никогда раньше нигде на тревогу не жаловались. Ну, то есть зрение человек проверяет, ему говорят, не хотите ли вы еще? Заодно это, я так понимаю, что это будет разработано и как возможность заполнить такой опросник не обязательно, приходя к врачу, то есть как можно более
широкий охват населения. И это поистине революционная идея, потому что ну, до сих пор тревожность и в массах, и в медицинских сферах не рассматривалась как нечто, нуждающееся в отдельном и особенном внимании. Хотя уже давно и много было, ну, во-первых, болезней, которые, в которых фактор тревоги, стресса имеет значение, очень много. Начиная от сердечно-сосудистых заболеваний, где всегда фактор стресса, психологического напряжения имел значение. Диабет, при котором даже высокий уровень тревожности, стресса может сам по себе поднимать уровень сахара в крови. Бронхиальная астма, которая очень часто на уровне стресса люди куда чаще выдавали астматические приступы. И еще множество заболеваний. Кроме того, уже какое-то время были проведены исследования, что люди, живущие в хроническом стрессе, в тревоге, одна из мишеней этой тревоги – это иммунитет. То есть хронический стресс истощает нас и с точки зрения иммунной системы тоже. И были проведены исследования, где было высказано такое смелое предположение, что если у людей уже выявлен какой-то иммунодефицит, то есть иммунная система страдает, то препараты выбора для лечения иммунодефицитов номер один были не иммуномодуляторы, а антидепрессанты и транквилизаторы. То есть тоже достаточно новая идея для того, чтобы привести в порядок наш иммунитет, мы должны изначально бороться с тревогой, стрессом и этим психологическим перенапряжением. Может быть, наверное, мало кто помнит, в советские времена, я сейчас помню еще, совсем был подростком или юношей, смотрел какую-то испанскую черную комедию, где в страховую фирму приходит новый менеджер и начинает всех натаскивать по американской системе. Все должны стать агрессивными продавцами, напористыми, энергичными. Они в постоянном соревновании, это гонка, начинают зарабатывать. Потом начинается череда похорон одни за другими. И это, конечно, в несколько утрированном виде, но это сильно похоже на то, что происходит в реальности. Ну вот я как раз и хотел сказать, что да, вот существуют действительно профессии стрессовые, связанные с бизнес. Это может быть, в принципе, есть стрессовые профессии, такие как там, не знаю, летчики, там, ну, люди с каким-то высоким степенью риска. Говорят, что хирурги тоже, в принципе, отвечают за человеческие жизни, находятся в постоянном стрессе, потому что, ну, они понимают, насколько от них много зависит. Помните, было выражение еще в советские времена, что-то вроде некролога, сгорел на работе. И это, к сожалению, истинная правда. Количество людей, которые при ответственной работе переносили инсульты, инфаркты и тому подобные вещи, их было достаточно много. И мне приходилось иметь дело и в жизни, и в практике с людьми, которые еще в советские времена были на высоких уровнях ответственности, ну, то есть представление о том, что это были все люди, наслаждающиеся благами для избранных, оно может и правда, но никто никогда не думал, каков уровень, груз ответственности, лежащий на плечах у этих людей, постоянная тревога, бдительный глаз начальства, постоянная ответственность. И это люди, которые, кстати, вот один из факторов, к чему зачастую приводит тревога, еще один из важных моментов, тревога очень часто приводит к развитию зависимостей. То есть, если мы на самом деле все это посчитаем, сердечно-сосудистые заболевания, риск тревоги перейти к депрессии или даже к самоубийству, зависимости,
их разрушительны для здоровья. И можете представить, каков груз, который ложится просто на экономику страны. Это все люди, нуждающиеся в дальнейшем в дорогостоящем лечении. Это все люди, которые не способны в итоге выполнять свою работу. Это больничные, это лечение, это еще множество всего. Я хорошо помню, вот я читал, когда книгу «Дом правительства» Юрия Слезкина, у него, ну вот рассматривалась тема репрессий, и в частности он говорил именно о том, что люди, которые жили в этом доме правительства, они часто уезжали рано утром на работу и возвращались там в 2 часа ночи. То есть у них было вот буквально несколько часов на сон, после чего они сразу же мчались опять. И плюс ко всему, среди ночи их тоже могли разбудить любым звонком, потому что ведь у Сталина, по-моему, была вот как раз-таки манера, он не спал ночами, и он контролировал, что происходит в стране, и поэтому все высшее руководство бдило, чтобы ответить в любой момент на звонок сверху. То есть это вот получалась такая цепочка. То есть люди жили вот в состоянии постоянного стресса, недосыпа, а потом, когда, ну, наступил 37-й год, еще в ожидании ареста возьмут, не возьмут, это вот создавало просто гиперзашкаливающий вот уровень стресса. Я думаю, что, к сожалению, нам как раз в кавычках повезло жить в такие времена. Только было мы вынырнули из пандемии, и началась вот эта ситуация, которая происходит сейчас, война, страх, агрессия, то, что происходит между, даже у нас в Латвии между разными группами населения. То есть уровень тревоги неимоверно велик. И я думаю, что это неизбежно будет приводить к уровню, к повышению уровня какой-то бытовой агрессии. Те же преступления, совершаемые под влиянием алкоголя или наркотиков. Мне кажется, мы еще до конца не понимаем, это, наверное, дело медицинской и прочей статистики, что ведь ту картину за последние несколько лет, какая катастрофа происходит с человеческой психикой. То есть я хорошо помню этот уровень тревоги и страха людей во время вот пандемии. То есть когда люди приходили ко мне просто от страха за себя и страха за близких до людей, у которых это достигало уровня настоящего психоза. То есть люди, которые искренне верили, что у них коронавирус, и невзирая на многочисленные обследования, которые вы исключали, они не могли от этой идеи отделаться. Ну и сейчас сами видите, что происходит. Думаю, любой из наших слушателей может это к себе примерить. И более того, если коронавирус, то, что передается окружающим нас людям, может заразить, ну, как любая инфекция. Тревога инфицирует не только окружающих нас, тревога инфицирует дальнейшие поколения. То есть дети, подростки, которые вырастают в ощущении тревоги родителей, в ощущении тревоги окружающего мира, сохраняют этот отпечаток тревоги в своей личности тоже достаточно долго. Я это почему-то не запомнил, но говорят, что и в Америке, в Советском Союзе, во времена того же Карибского кризиса, во времена Холодной войны, у многих детей были страхи ядерной войны, были страхи, что сейчас на нас сбросят бомбы, и мы все погибнем. И многие уже когда выросли, в своих книгах, мемуарах описывают это состояние гнетущего страха, гнетущего ужаса. Сейчас я тоже слышал от людей, что же дальше? Что же дальше? И многие подростки говорят об этом. Я боюсь. А вдруг будет война? А куда нам бежать? А что нам делать? Причем вопрос, куда нам бежать, если что, сейчас задают друг другу множество взрослых людей. И
Я думаю, что это речь идет о большинстве населения и нашей страны, и окружающих нас стран. И вот поэтому еще раз мне кажется, что если на это не начать обращать пристальное внимание, мы рискуем получить эпидемию тревоги на и связанных с ней последствий на поколение вперед. На поколение вперед. Потому что тревожное мироощущение, почему у тревожных родителей обычно не вырастают спокойные уравновешенные дети? То есть что такое тревога? Это в первую очередь ощущение небезопасности окружающего мира, небезопасности ближайшего будущего, причем даже без какой-то конкретики. Вот не то, что я боюсь, что на меня завтра, не знаю, нападет сосед и забьет. Люди не знают, чего ждать, и дети, растущие с родителями, восприятие которых наполнен страхом и тревогой, для них тоже мир полон опасностей. Потому что дети черпают ощущение защиты, какой-то поддержки, естественно, в своих родителях. То есть мы сейчас создаем проблемы для поколений людей и проблемы, работу для поколений грядущих психиатров, психотерапевтов. И, как мы уже знаем, людей, которые лечат вполне себе соматические, физические заболевания. Я напомню, телефоны в нашей студии 67212-93-9, 67213-93-9. Потому что, да, действительно, ведь тревожность, уровень тревожности, он очень высок и часто провоцирует, является таким спусковым крючком, может быть, дальнейших каких-то вещей, потому что люди начинают, может быть, больше срываться, позволять себе более какие-то агрессивные какие-то действия, которые они бы, может быть, не позволили себе, будучи в спокойном состоянии. И срываться, и болеть, и... У нас есть вопрос? Да. Звонок, да, здравствуйте. 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 Уважаемый доктор, вы прекрасно знаете поговорку советских времен. Все болезни от нервов и только одна от удовольствия. Да. Ну, к сожалению, мы сейчас живем в очень тревожное время. Я, во-первых, авиационный инженер, во-вторых, служил в армии и знаю, что это такое время очень тревожное с нашим восточным соседом, который может применить даже ядерное оружие. А что такое применение ядерного оружия? Мы прекрасно видели в фильмах Хиросиме, Нагасаки, испытаниях всяческих. Так что все очень тревожно. Никакие транквилизаторы, антидепрессанты могут не помочь. Спасибо. Ну, я охотно верю, уважаемый, что вы компетентны в сфере авиационной техники, инженерии и так далее, но я с вами позволю себе не согласиться насчет того, что антидепрессанты и транквилизаторы могут не помочь. Будучи правильно подобранными, они, конечно же, помогают, но я думаю, что арсенал борьбы с тревогой, с тревожными расстройствами, а они обычно, что это, что имеют, есть понятие генерализованная тревога, тревога, распространяющаяся на самые разные сферы жизни. Человек постоянно ощущает высокий уровень тревожности, это может достигать иногда уровня панических расстройств. Есть социальная тревога, люди, боящиеся взаимодействия с другими людьми, люди, боящиеся публичных выступлений, люди, боящиеся оказываться среди, даже на работе, у них ощущение недоброжелательности коллег, начальства, у них ощущение, что любое их действие рассматривать как сквозь такую увеличительность, причем недоброжелательно. Есть социальные фобии, есть страх публичных выступлений, и есть тревога, которая выражается еще в массе явлений, как навязчивые страхи, навязчивые мысли, фобии и тому подобные вещи. Так
Так вот, было бы неверно сказать, что все это лечится только медикаментозным путем. И я думаю, что смысл раннего выявления тревоги, смысл предлагаемого американцами скрининга и выявления массового уровня тревожности относится не обязательно к тому, что население будет принимать в больших количествах антидепрессанты и транквилизаторы. Их начинают назначать там, где уже трудно что-то изменить, где уже все это достаточно запущено и нуждаются именно в медикаментозном лечении. Есть множество способов. Есть терапия, психотерапия групповая и индивидуальная. Групповая психотерапия, может, даже более доступна во многих вещах, когда собираются группы, где люди способны делиться. На звонок? Да. Да. Да, пожалуйста. Доброе утро. Здравствуйте, Лариса. Вы знаете, я вспоминаю рассказы этих политиков и людей про Америку. Когда была Великая депрессия, у них снималось и показывалось очень много кинокомедий, сентиментальных каких-то мелодрам, мюзиклов. То есть, наверное, кто-то заботился о душах населения. А у нас же наши политики и журналисты, как послушаешь их, так еще хуже становится. То есть они говорят по принципу, сейчас плохо, а будет еще хуже. Вот, по-моему, от политиков и журналистов тоже очень много зависит настрой населения. Спасибо. Спасибо. Ну, Ларис, если я позволю с вами поспорить... Я думаю, что политики и журналисты во все времена, в общем-то, не заняты успокоением населения. Политики привлекают к себе внимание избирателя, журналистам нужны сенсации, журналистам нужны горячие темы. А насчет комедий, слушайте, во времена войны, конечно, были комедии, но сейчас-то с потоками сериалов, комедийных, мелодрам, то есть как раз сейчас поток массовой продукции, которая позволяет отвлечься и развлечься, я думаю, что в какие-то сотни раз выше. То есть, ну, Лариса, давайте вспомним времена советской власти. Можно было иногда сходить в кино по телевизору, чтобы показали какую-нибудь веселую комедию, тоже было не так, чтобы очень часто. Дети вообще мультфильмы смотрели раз в неделю по выходным. То есть, я думаю, как раз сейчас для ухода во что-то отвлекающее, развлекающее, возможно, намного больше. Проблема-то в том, что уход в отвлекающее и развлекающее не всегда является решением проблем. То есть, люди, которые проводят часы в интернете, и это, кстати, ну, более старшее поколение смотрят фильмы, а есть люди смотрят... Участвуют в играх компьютерных, есть так называемые стримы, в которых тоже за которыми следят и участвуют множество людей. То есть это как раз очень большое количество способов отвлечься, но способ отвлечься не решение проблемы. Вот как раз есть даже статистика любопытная, что во время Второй мировой войны говорят, что был достигнут вот именно самые большие показатели посещаемости кинотеатров в Соединенных Штатах Америки, что вот именно люди шли смотреть, ну, отвлечься от этих ужасов, от постоянно в какой-то иллюзорный мир. И, кстати, в Германии ведь тоже там вот как раз шли потоком «Мари Корёк, девушка моей мечты», то есть там все снимались такого рода развлекательные фильмы, чтобы люди хоть как-то могли вот в какой-то другой реальности забыть свои проблемы. Это понятно, человеческое желание, особенно посреди страха и мрака, посмотреть что-нибудь веселое. И да, на какое-то время спасать. Если бы не было комедии, юмора и веселья, наверное, было бы еще грустнее. Но опять вопрос баланса. Вопрос баланса, когда мы вместо решения проблем заглушаем их потоком визуальной или аудиальной информации, но проблема от этого, увы, не решается. Просто возвращаясь к предыдущей теме, что же нам со всем этим делать? Почему, к чему должны, по идее, приводить вот эти скрининги массовые?
есть, наверное, для начала выявляется вообще группа людей, нуждающихся уже во внимании. А как вот, нет ли такого, что люди будут отвечать нечестно, например, на какие-то вопросы, будут бояться, что, ну, если они попадут в эту тревожную группу, к ним будут применены какие-то, ну, не знаю, насильственные меры лечения или что-то такое? Нет, я думаю, что история о насильственных мерах лечения давно ушла в прошлое, и уж точно абсолютно никто с диагнозом тревожное расстройство даже намека не может быть хоть на какую-то принудительность или ограничение в правах, возможностях. Я думаю, что люди уже на сегодняшний день достаточно в массе своей начитаны, продвинуты, чтобы понимать, что тревога – то, что им мешает. И многие это просто не осознают, что у них есть тревога. Вот ко мне на терапию пришел как-то молодой человек, который тревогой был уже много лет мучен. Он говорит, я только когда мы с вами в первый раз разговаривали, понял, что у меня тревога. Я раньше этого вообще не понимал. И это ему показалось очень привлекательным, потому что он наконец-то осознавать, что с ним происходит, и думать, что же с этим можно делать. Так вот, я думаю, что этот скрининг массовый должен выявить вообще людей с подверженных чрезмерной тревожности. Когда эти люди выявлены, наверное, я могу себе позволить предположить, что дальше идет более подробное обследование, чтобы понять, каков уровень этой тревожности. Да, возможно, где-то это уже настолько тяжело, что это будет нуждаться, человек будет рекомендовано поискать себе специалиста, и, возможно, да, вот медикаментозная терапия. Я уверен, что независимо от степени тяжести, нужна медикаментозная или не нужна, везде никогда не повредит именно психологическая помощь. То есть, что можно делать с тревогой? Начиная от простейших вещей, дыхательных техник, техник релаксации, групп самопомощи. Это очень развитая вещь, группы самопомощи. Вот как, ну, как группа анонимных алкоголиков, где люди собираются, они их не ведет какой-то профессионал, они разговаривают друг с другом, и для многих возможность найти такой отдушину, клапан, где можно высказаться, выпустить свои мысли на свободу, поделиться своими чувствами с теми, у кого проблемы схожи с тобой, уже имеет достаточно мощный терапевтический эффект. Звонок? Нет, нет. Далее, наверное, речь может идти о людях, которые нуждаются в психотерапии. И плюсы групповой психотерапии здесь в том, что она позволяет охватывать куда большее количество людей. Большее количество людей получает помощь. В отличие от групп самопомощи, люди тоже делятся своими чувствами, рассказывают о себе, но есть профессионал, психотерапевт, который эту группу ведет и направляет ход бесед, он специалист, так называемый, групповой динамики, и это для многих является хорошей, серьезной помощью. Есть такая же важная вещь, когда люди осознают, что они тревожны. Начиная об этом думать, люди неизбежно начинают задумываться, откуда взялась тревога в их жизни, что за факторы эту тревогу приносят и что может делать с этими факторами. Есть некоторые ситуации, когда что-то можно сделать просто самому. То есть, когда ты понимаешь, что вся твоя жизнь выстроена на какой-нибудь гиперответственности. Я привожу этот пример. Вот у меня вечно попадаются пациенты-моряки, которые несколько месяцев, пробыв в рейсе, возвращаются домой и начинают немедленно работать дома, на даче, на участке и так далее. То есть их бесконечное чувство ответственности и тревоги ищет себе точку приложения. И с какими-то лозунгами типа, что же мне валяться на диване, что ли, и так далее, надо же делами заниматься. Люди вот
Один мой пациент недавно сказал: ну вот вроде я у себя дома даже небольшой спортивный зал сделал, но заняться как-то лень. А вроде пойдешь, ты смотришь, ага, а вот здесь что-то не приколочено, а вот это надо бы покрасить, а вот это надо бы починить. То есть тоже тревога, которая заставляет бесконечно быть в движении, бесконечно что-то исправлять, бесконечно пытаться вернуть неподконтрольное под контроль. То есть очень изматывающие занятия, и не удивительно, что такие люди чаще всего находят выход в алкоголе. То есть, к сожалению, история, когда люди приходят с моря и на какое-то время просто погружаются в запой, не такая редкая. Пришел вопрос на WhatsApp 2306191. Видно ли на энцефалограмме тревогу и депрессию? Депрессию нет. Но какие-то невротические вещи энцефалограмма показывают, есть какие-то такие функциональные нарушения. То есть не то, что энцефалограмма покажет у тебя тревога. Энцефалограмма может сказать, что нет органических нарушений, нет признаков эпилепсии, нет признаков каких-то опухолей, не дай бог, что-нибудь в этом духе. Но есть такие вот раздрай в энцефалограмме, который говорит о том, что человек находится в тревожном напряженном состоянии, им могут порекомендовать заняться, обратиться к специалисту именно в этой сфере. Угу. Надеемся, что ответили на вопрос, который прислали нам на номер WhatsApp 2306191. Я не знаю, наверное, такие начинания, ну, как мы, наверное, понимаем, вот этот большой тотальный скрининг населения на наличие тревоги может позволить себе богатая страна с богатой системой здравоохранения и так далее. Я боюсь, что для нашей страны это только такое светлое будущее. Но что мы можем сделать, это... Во-первых, я думаю, что можно найти множество опросников в интернете. Не все они достоверны, кстати, источник найти опросник, который позволяет что-то выявить, вполне возможно. Во-вторых, я думаю, что каждый способен посвятить некое время, чтобы к себе прислушаться. Потому что вычислить, что ты постоянно о чем-то тревожишься, постоянно беспокоишь, постоянно напряжен, тебя не отпускают какие-то мышечные зажимы, тревожные мысли. Это найти не так сложно. Это вполне возможно. Более того, мы это можем подсказывать своим близким и знакомым, если мы это видим. Кстати, многие воспринимают это как некий упрек или обвинение и начинают защищаться или переходить в контратаку. Какая тревога, просто жизнь такая, все, что творится вокруг, у меня нормальное совершенно самочувствие, я просто хочу, чтобы все было под контролем. Или сказать, что вроде на себя-то посмотри. Uh-huh. Вот. То есть, ну, пока у нас нет, и даже в Америке такая выглядит на уровне идеи. Хорошие идеи, перспективные, еще, ну, вот эта революционная идея, вот такой подход к поиску у здоровых людей, так же, как ищут физические заболевания, искать уязвимые места в их психике. Но, как известно, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Поэтому сама по себе идея о том, что в неких больших цивилизованных странах это становится уже возможностью ближайшего будущего, возможно, нам не стоит ждать, пока в нашей стране появятся финансы или возможности на это. Я думаю, возможно, нам стоит очень бережно относиться к себе. Да, конечно, все мы когда-то начинаем, к сожалению, мерить давление кровяное, сдавать анализы, смотреть, что с ним происходит. Но, возможно, если мы займемся своими тревогами, если будем чутко прислушиваться к своим эмоциям, возможно, мы себе сэкономим некоторое количество физического здоровья тоже. И себе, как я уже говорил, поскольку тревога передается и дальше из поколения в поколение,
возможно, мы поможем нашим детям иметь более спокойную, более радостную и здоровую жизнь. Раиль Резник-Мартов, врач-психиатр, психотерапевт, программа «Диагноз недели». Спасибо большое и до следующего понедельника. Всего доброго, до встречи. Радио Болткома.